Наше вітання, шановні друзі. Сьогодні у нас таке певною мірою пожвавлення в затишній вітальні серіалу «Вечірня Одеса». Ну, гостей представляти не треба. Вони дуже-дуже славетні люди будуть років через скільки там? Ну, 10-15. Але певною мірою вже і зараз, бо вони не тільки навчаються своєму мистецтву, але вони вже і практикують, так? Кілька слів організатору та натхненнику. Мы хотим сегодня представить наших детей театрально-творческой мастерской «Синема» продюсерского центра «Доминик Джокер». И хотим поговорить, мы в прошлый раз говорили о фильме «Талисман», который мы очень ярко, хорошо и с большим удовольствием снимали. Сейчас другая тема. Фильм называется «Крутые бабки». Но формат воспитательный. Дети воспитывают бабушек, бабушки воспитывают внука, остается. Там мы учили, кого родители. А сейчас бабушки воспитывают своих внуков. Ну, тема, которая, наверное, тревожит любого внука, потому что бабушки всегда хотят видеть в внуках свое отражение и самое главное, что исполнение всех своих желаний, которые в детстве, допустим, их же родители не выполнили. У нас очень крутые действительно бабки. Ирина Сергеевна Токарчук, Наталья Олейник, Наталья Чумак. Ну и знакомятся они, ну где могут знакомиться пожилые женщины? В Собесе. Предлагаю посмотреть первый сюжет знакомства наших бабушек. За традицией такі гості не приходять з порожніми долонями, вони приносять фрагменти майбутнього шедевру. Так. От давайте будемо теж щось пити з цього джерела. Прошу. От я стояла, да. Моя внучка зайняла мені очередь. От на цьому стулі, от в цю от дверь. Скажите, пожалуйста, где Полякова? Ох, смотри, что у вас с голосом. Сразу видно, что она никогда не занималась актерским искусством. Я певица, я берегу связки. Вы где-то делали конкретное уважение к нам, вот куда пришел, и ты не сидишь в очереди, да, не нервничаешь. Что? Не слушаешь. Где Филе в купальниках? Я запрещаю! Странная методика сохранения голоса. Что, голос порезался, да? Рабочий день закончен. Как это закончилось? Завтра в 9 утра. Что такое? Завтра с 9 в живой очереди. Вы руку поломаете. Сволочь, а? Все, до свидания, до завтра. Что вы дайте пройти? Мы скажем, что они приглашают на кастинг сниматься в кино. А мы разыграем пьесу. Ось невеличкий коментар про цю ілюстрацію. Бабусі в цьому Собесі, да? Ну, а коли ж оці мудреці їх навчають уму разуму? Ну, у кожної бабушки, да, є по 2-3 внука. Внуки у нас пусть представяться і розкажуть, які ролі у них, і який формат воспитательний у них. Как яйца курицу учат, а? Давайте. Пожалуйста, Николь. Меня зовут Николь. У меня моя героиня зовут Ангелина. Наша бабушка мечтает, чтобы мы стали настоящими актрисами и водит меня на актерское мастерство. Но у нас с сестрой иное мнение. Мы хотим стать настоящими моделями. Да, вот еще одна тоже модель. Меня зовут Валерия. Моя роль в фильме «Крутые бабки» – Паула. Я с сестрой хочу стать моделью, но наша бабушка это отрицает. И она меня обучает вокалу и хочет, чтобы я стала певицей. Завтра мы это будем снимать. А вы чувствуете, у нее это тембр. Но у них меняется потом эти голосовые данные. Ну и внук у нас в этой же бабушке. Меня зовут Ян. Я бизнесмен. Бабушка не хочет, чтобы я был бизнесменом. Хотела уточнить, что его настоящее имя Ихаб. Красиво. Ну, пароли, да. С востока предки, вероятно, да? А что же бабушка не устраивает? Она не хочет, чтобы ты был зажиточным, благополучным? Не знаю. Не видит. Бабушка в нем
такого начинания. Она считает, что он, наоборот, выпустит все деньги на ветер, которые... Но у него есть уже свой бизнес у нас по фильму. Поль. Это бабушка. У нас тут еще одна внучка, которая у нас сегодня отсутствует. Бабушка, которая, наоборот, мечтает вырастить кого, Поль? Она мечтает из меня танцора вырастить. Танцор. Танцора. Она меня на все водит. Гармонически воспитанного человека. А я хочу быть фокусником. А вот меня наводит на актерское мастерство. Ты хочешь из воды вино делать, да? Фокусы. Мечта такая у этого мальчика. Да. Понятно. Ну, и вот одна из... Фокусник тоже должен быть пластичен, по-моему, да. И подвижен. Так что танцы никому не мешают. Так. Золушка, меня зовут Лера. Получается, я лучшая подруга Алисы. Ну, по-настоящему зовут Лиза. Она мне все время платит жилетку. Мы делим с ней радость, грусть. Ну, всегда находим выход из любых положений. А как я в тебя думаю, ты смеешься все время? Иногда бабушка достает, да? Да. Меня зовут Лиза, мою героиню зовут Алиса. У меня есть две младшие сестры. Я очень уверенный в себе человек. И да. И сейчас вот не волнуешься в эфире? Нет. Да. Будет артист. Бабушка бывшая артистка, но, как вы знаете, бывших не бывает. Это точно. Да. Да. Это я люблю делать то, что я хочу, а бабушка любит, когда делаю то, что она хочет. И я всю свою работу перелаживаю на моих младших сестер. Ну, младшие. Две Золушки у нас тоже есть. Да. Их потому и не пригласили. Да. Остается тебе все-таки, да? Ну. Это как я у Карамзина, бедная Лиза. Да, да. Да, это да, бедная, да. Лиза. Это бедная Лиза. Ну, да. Бабушки у нас, видите, какие внуки у нас такие, дуже жвави, потому они для них придумывают свое наказание. Вам трудно они... представить себе, что бабушки эти, ну, буквально исторически вчера были вот такими, как да. И вам трудно представить, что очень скоро... Ладно, не будем карать. Придумывают для них свое наказание. Каждый из них получает... приглашение якобы для съемок «Крутые детки», ну, а где они оказываются, это наш второй сюжет. Давайте посмотрим. Итак, сюжет номер два на сегодняшний день. Здравствуйте, дети! Мы не дети! Мы актеры. Здравствуйте, дети, актеры. Что за безобразие? А где камеры? Нет, дети, нет. Я не режиссер. Я психолог. Не поняла. А зачем нам психолог? Вы что, нас учите воспитывать будете? Сейчас вы уснете, а когда проснетесь, будете хорошими и послушными детьми. Вы будете слушать бабушек и преподавателей. Бабушек и преподавателей. Бабушек и преподавателей. Кажется, получилось. Ну вот вы все участники этих съемок, да? Да. Да. Если мы совершенно расслабленные люди, дети у нас бывают часто, но у нас тут и взрослые плачут, как дети, потому что самые храбрые, самые отважные люди чувствуют, что их в Одессе видит, ну, по статистике миллион, а фактически 1020-30, это стадион, да и в области 1100, он вообще не по себе. А вот когда вы знаете, что вас снимают, это уже навеки вечное, кино же оно вечное, да? Вы не ощущаете никаких беспокойств? Нет, вот. Нет. Новое поколение. Они и бабушек могут научить другому разуму. Да, потому что бабушки тут волнуются. Что касается самого подбора и расстановки кадров, я бы сказал. Как это делается? Ну, почему они, а не другие? Ну, они прошли кастинг, их утвердили. Они соответствовали тем образом, который у нас по сценарию.
заложены. Ну и потому что они самые лучшие. А сейчас им позаменовали другие детки, которые не прошли кастинг, потому что вообще об этом ничего не слышали. И среди них могут быть вполне способные люди, да? Конечно. Но приглашайте. У нас есть такая возможность, мы начинаем, и вот наши уже актеры начинали со съемок киножурнала. У нас есть такой киножурнал «Шаларе». Для более подготовленных у нас есть программа «Весь мир в кармане». Она делится «Одесса глазами детей» у нас есть программа. А вот на каникулы, так как вся Украина, наверное, была во Львове, мы тоже не упустили этот случай, и поехали снимать программу «Весь мир в кармане». И Лиза поехала? Да, и Валерия Тимченко тоже. Тоже, да? Ну, и вы там были в главных ролях? Да. Конечно же. У нас было 4 героя. И героиня? Кроме этого, мы классно отдохнули. Нет, 4 героя. Был один герой. А. Да. Понятно. Ну, так, можем посмотреть триллер, да. Да. Посмотрим этот шматик. Здається, що Львів став столицею мандрування. Я їду во Львов снімати програму «Весь мир в кармані». The best! Я знаю українську мову! Що це за місце? Де ми взагалі? Це не Львов! Куди ви мене привезли? Це сіть! Ось за місце! А що це? Це істочник хлібної води. Зняли свій шедевр про Львів? На ютубі 3 ляма переглядів. Отже, прем'єра в листопаді, а коли саме ви не можете сказати? Ще не знаємо. Ще не знаємо. Ну, хай слідкують за нашою програмою, а ми надамо анонс, ви нам зателефонуєте, добре, а ми скажемо. Обов'язково. Я виходжу принаймні з того, ще з того, що серед них якісь майбутні зірки континентального масштабу, а може планетарного, так? А ми прибережемо ці кадри. Колись будемо казати. Ми не проти, да, діти? Да, ми тільки за. А до речі, ви як актори ролі граєте російською мовою? Так. Так. Да. А як вас українською? Добре. Дуже добре. Непогано. Непогано, так, добре. Ми можемо вільно спілкуватися, можемо. Так. Так. Ні, так, а я вже. Тоді відповідає на питання. Коли ти була б міністром усього кіно України, як сказали би, так і зробили би. Яку б стрічку ти наказала знімати, яку б роль собі сама відвела і комусь ще поблагодарила? Українську мову. А як же? Ну, по-перше, я би, як є, я б говорила на українській мові. Українською мовою. Українською мовою. І накази я б відводила, ну, знімала б кіно. Щось військове, чи за любов? Ні, я би щось. Я дуже, ну, я патріотка своєї країни, і я би зараз показала усьому світу, як ці хлопці, які зараз воюють за наше життя, борються, і я би показала це усій країні, нехай усі люди. Знімала патріотичні фільми. Так, знімала патріотичні фільми. Ну, бачите, яка серйозна дівчина, так? І що, ви підтримуєте цю ідею? Звісно. Так, звісно. Так. Будемо чекати, коли ти будеш найголовнішим кіношником. То ти вже не забувай своїх товаришів. Ну, а як же? Отже, ваш керівник, він взяв на себе, вона, точніше, взяла на себе, керівник це він чи вона, я не знаю. Керівник? Да. Взяв на себе. В Германії є середній род. Да. Як коли, да? Від обставин залежить. Да. Що ви можете сказати стосовно того, які головна мета? Зробити людей культурними, надати їм певну інформацію, зібрати їх з вулиці, чи дійсно зробити професіонально?
Наверное, можно я по-русски? Как я зручно. Сделать профессионалов, ну не в смысле кинематографа, актерского мастерства, а сделать профессионалами в людском понимании. Потому мы стараемся, чтобы наши дети как бы образовывались не только по всем эстетическим направлениям, но умели говорить, вот сегодня они это доказали, да, они вели себя очень чувствовали себя коммуникабельно в любой ситуации. Они даже вообще это умеют думать, мне так нравится. Да, вот, просто сегодня, ребята, вот, супер. Вот, они такие в жизни. Что же они потом будут работать, да, когда будут дорослые, раз они такие мудрящие сегодня. И у нас просто возник вопрос, потому что каждый ребенок, каждый родитель хочет, чтобы ребенок не только... Ну, как у нас в Одессе. Ну, мы раньше играли на скрипке, да. Там не пел, танцевал и занимался основами актерского мастерства. Но обязательно должен обучаться иностранным языкам. Обязательно спортом, всем остальным. И наши дети, как самые талантливые, самые востребованные, они вот разрываются. И родители тоже с ним. Потому мы долго об этом думали, решили, что нам нужен, в общем-то, клуб, в котором ребенок может зайти и получить образование, воспитание. Я не называю слово воспитание, потому что это как бы удовольствие, ну, я, как, востребование. Спекулование, да, просто. Да. По любым направлениям, которые... А я же до вас зайти. Ну, я на себя питаю, я трохи в іншій категорії. Почему у нас до 99 вы еще подходите? Сколько, сколько? А до 3, до 99. Вони ще між собою теж спілкуються? Чи вони... Да. Ну, якщо вони навчають своїх бабусь. Ну, от пусть вони об этом клубі розкажуть самі. Це новий, у нас кілька там слів, тільки буквально місяць. Що мають знати по той бік екрану і ваші ровесники, і дорослі люди, ну і ми, літні люди теж. Що у нас найкращий клуб. Ну, це звичайно. У нас клуб дуже великий, у нас дуже багато залів. И можно научиться всему. Всему просто хорошему, видишь? Да, ну, да, всему хорошему, конечно. Но мы все чему все... конкретно? И хореографии, и коммуникабельным стать, и научиться петь, заниматься вокалом, актерским мастерством. И с нами занимаются профессионалы. Ну, наверное, сценичное движение, да? Ораторское, да, искусство. Ораторское искусство. Ораторское, ну, еще у нас есть, ну, уже, да, иностранные языки, да, которые вы бегали где-то на стороне, изучали. Да, да. Да. Кто из вас будет народным депутатом, тот ораторское мастерство точно необходимо. Так, а почему не? Почему не? Можем мы. Вот когда вы будете в Верховной Раде, то вы сможете там утворить такое лобби для своих людей, чтобы они просувалися в мистецтво. Який наступний у нас сюжет? Сюжет со съемочной площадки с участием вот внучки одной Ирины Сергеевны, которая бабушка, и двух внучек, которых мы просто сегодня сестер не взяли моих с собой. Младшие сестерки пока учатся. Следующий. Поехали. Во-первых, добрый вечер или добрый день. Мы очень рады, что вот мы собрались, что мы можем с вами поговорить, мы можем похвастаться, что у нас наконец-то появилось новое потрясающее помещение, правда? Да, да. Да. А вот это у нас где? Щепкина, угол Советской Армии, короче. Вот, где очень много залов, где тепло, где светло, где там просто три туалета. Но самое главное, что мы все-таки продолжаем сниматься фильмы. Сейчас вы находитесь на съемочной площадке очередного нашего шедевра «Крутые бабки». Вот я одна из бабок. Вот это мои любимые и нелюбимые внучки. Вот. Ну, в двух словах. Тебе нравится? Вот, чем ты занимаешься? Где ты занимаешься? Я считаю, это очень атмосферно и интересно. Боже, что так умно? И все? А тебе нравится, ты сегодня на съемку? Очень нравится. Ты можешь сделать какие-то роли, ты можешь вообразить в себе какого-то героя, ты можешь представить и выполнить его роль. Это очень интересно. Боже, робот Вертер, так, а тебе? Мне очень понравилось, здесь очень классно.
Ну так, я причем, слава богу, этому не учил их. Это им так нравится, что они все это говорят. И мы с удовольствием вас всех приглашаем к нам в студию «Доминик Джокер». У нас очень много разных мастерских интересных. У нас вообще очень интересно. У нас потрясающие балетмейстеры, хормейстеры. У нас просто педагоги по актерскому мастерству, ведущие артисты наших одесских театров. Так что, ребята, мы с удовольствием вас ждем. Значит, наш адрес... Улица Елисаветинская, 18, офис 1. Пожалуйста, мы готовы вас встречать. У нас даже дорожка красная уже готова для вас. Угу. Да? Да. Ну и ждите выхода нашего фильма. Ну, о чем мы вам не расскажем? Вот вы видите нас все. А таких бабушек несколько. И, ну, таких внучек больше нет ни у кого. Но бабушек несколько. Все, говорим до свидания. 3-4. До свидания. Как вы кричите. Ну, можна було б ставити і крапку всім, хто здатний зрозуміти людей, дітей, все зрозуміло, що це за такі дітлахи. Ми дійсно придивляємося до них, бо ми будемо їми пишатися, а хтось з них ще і покомандує нам з часу. Але давайте зорієнтуємо тих, хто дійсно зацікавився цим, і бабусі, які дбають про своїх онуків, так. І татусі, матусі, і самі. Де це все є, і що треба зробити, якими здібностями треба розполагати, щоб до вас з'явитися і мати надію бути членом от такої спільноти? Це все знаходиться на вулиці Лисовітінська, 18. И для того, чтобы туда прийти, нужно иметь только желание, потому что кроме того, что мы показали, у нас очень много проектов для творческих детей. Мы проводим сейчас такой кастинг на номинацию «Одесскую ребенок года» и принимаем сейчас заявки от всех творческих детей, танцоров, певцов, моделей, актеров, которым будут вручены грамоты 24 числа на зимнем благотворительном балу в литературном музее. Кроме этого, у нас такое количество проектов для любого творческого ребенка, что, придя к нам, бабушки и мамы найдут себе тоже занятия. У нас есть женский клуб от хендмейда до зумбы, а дети обязательно найдут какое-то дело, которым себе, они себе реализуют творчески. Ну, как, вот как они. Ну, так вони всі ж талановиті, бо пройшли вже. А от уявляємо, ну, бабуся, як вона не любила онуку, вона знає, що, скажімо, ну, нема слуху музичного в людини. Так все... і говорять, є. І ви візьмете все одно? Так. Он есть, его надо просто вытянуть. Да. Он внутри сидит там. Да, он же поджидает момент. Ну, научите меня. Приходите к нам по адресу. Значит, вы уверены в том, что когда у ребенка слуха нет, то он все равно есть. Да. Да. У каждого ребенка есть слух, я считаю. И вот я сейчас его пытаюсь себе открыть. А что, он закрыт у тебя? Нет, просто у меня есть прекрасные преподаватели, что я уверена, что они помогут мне в будущем стать настоящей певицей. Ну, дай Бог, то есть слух есть у каждого. Они да. доказали, да. убедили. Я каждый на Полтавщине. Приходите, у нас хорошие педагоги. Да, приходите. Супер просто. Вообще говорят, что такие комплименты в глаза не действительны. А что же они скажут, что плохие? Ну, будем надеяться на их еще. Если были плохие, они бы там не занимались. Да. У нас сейчас очень много есть возможностей у детей. На Полтавщине кажут, дай Боже, чтобы наша теля ловко з'їла. А чому ж ні? В нас є ще один сюжет, він носить такий більш динамічний характер, але він, я так розумію, це теж достатньо яскравий для того, щоб закруглити цю тему, а потім будемо прощуватися. Це екскурсія по нашому клубу. Так, У нас є кулір, саме головне в житті. Накрай водичку. Идемте домой. Идем дальше.
Тихо! А тут у нас фотостудия. Видите, сколько у нас стенок? И вот так можно, и так, и вот так. Мы и тут, и так делаем, и так. И тихо, не надо рушить декорации. А еще у нас есть зимняя декорация. Еще у нас декорация. Все, пошли дальше, быстро. Сколько хочешь стать, так круто все выбирать. У нас делают декорации, наша мастерская. Так, быстро уходим. Если помнить только одно, самый главный вопрос. Ты сказала, есть костюмы же? Есть костюмы же? Видите? Это ниточки, это ручки можно сделать сюда. Родители всегда. Туалет. Еще один туалет. У нас. А это наша раздевалка. А там закрыто. Есть. Можешь ложить. Что-то не нашли. Где хочешь, там и гуляй. Горьких микстур, нет химии, нет физкультур. Ты взрослый, ты большой, и никого над душой. И вариантов полно. Скучно мне. Тут можно и поесть, и попить. И все, на этом все, пока. Ну, так хорошо пели, а когда уже в эфире молчить, что это сейчас? Пока. Дякую вам, шановні друзі, але мені неодноразово доводилося цитувати от такого кіногероя, який казав, що останнє запам'ятається краще. Да? От що б ви мали таке сказати, щоб наші глядачі запам'ятали краще про сьогоднішню зустріч? Ну, кому слово? Быстро. В первую очередь я хотела бы поблагодарить своих преподавателей. Приглашаю быстренько всех. Хочу преподавателей своих поблагодарить за то, что они открывают во мне настоящий талант. И я уверена, что в будущем с меня что-то вырастет. Лера? Приглашаем всех на конкурс «Мисс» и «Мистер Зимняя сказка 2017», который пройдет 23 декабря. Ну да, а прийти надо раньше, наверное, заявить, да? Да, да. Это я скажу уже в конце, ага. Ребята, пожалуйста, далее. Приглашаем. Да. Приглашаем вас в иностранные языки учить. Он тоже туда ходит. Важно, что ты свою мову держал. Приглашаем вас на курсы робототехники. Так, Лерочка. Да, ну, что могу сказать? Приглашаем вас на хендмейды, мастер-классы по танцам. Приходите на вокал к нам, на хореографию. Ну. Приглашаем вас в киношколу и приходите к нам. У нас весело. Да. Наш адрес Елизаветинская, 18. Он мы приглашаем первый. Всех от 3 до 99 лет. У нас есть еще и бини-сад. У нас есть отделение, дети начинают заниматься буквально с горшка с 2 лет, да. Ну и можно заниматься до 99 лет. Да. Отже, мы з вами прощаємося на даному етапі. Запрошуємо вас, якщо буде новина, я так розумію, що будуть приходити до нас. Всього вам найкращого, що побажати. Ще зустрінемося ми в кінозалі, а ви на екрані. А решті глядачів я раджу не перемикати свій телеприймач, бо зараз епіграф до нашого другого птіху, він також торкається із мистецтва, але мистецтва зрілого, професійного. Ну, треба зазначити, що всі професійні майстри колись були от такі ж. Увага на екран. 11 августа в Измельской картинной галерее состоялось открытие персональной выставки живописи народного художника Украины Николая Прокопенко «Серпанк и серпня». Персональные выставки мастера проводятся в картинной галерее уже несколько лет подряд и успели стать традиционными. Каждый год в августе месяце потрясающий, плодовитый
фонтанирующий вообще своим незабываемым искусством. Художник Николай Прокопенко открывает именно в Измаильской картинной галерее свои выставки. Именно в день своего рождения. Это очень знаменательно, на мой взгляд. Почему? Потому что это народный художник Украины. Вот. И, собственно, Николай Прокопенко – это событие вообще не только для Украины, а это художник с мировым именем. Поэтому сегодня мы поздравляем всех измаильчан, всех любителей искусства и ценителей искусства с тем, что вот сегодня он представлен совершенно новыми работами. Опять его называют вообще художник-фонтан, художник-мотор. Вот, поэтому сегодня мы увидим работы 2017-2016 годов. Значит, и приглашаем измаильчан, почему? Потому что тема женщины – это неисчерпаемая тема для художника Николая Прокопенко. Ну и сегодня серпень, значит, серп в августе – это тема сегодняшней выставки и название сегодняшней выставки, которая все равно связана с образом женщины. Главной темой, объединяющей почти все работы живописца, является женщина, символизирующая материнское начало. Мир для женщины – это скала без святой. Но это не касается Николая Прокопенко. В его жизни женщина заполняет полностью его сердце, его сущность, его мозг, его ум и творчество его – это песня о женщине. В творчестве мастера женщина многогранна, как и сама природа. Женский образ, яркие краски, волшебная природа удивительно переплетаются на картинах причудливым узором, в котором каждый может увидеть то, чего не видел раньше, узнать что-то новое для себя. Женщина вообще в искусстве Прокопенко, как и многих художников-классиков, является музой, является основным образом. И вы знаете, художник обращается ко многим культурам. Мы можем увидеть здесь и культуру скифии, и культуру Триполи, потому что женщина, в общем-то, олицетворяла собой женщину-берегиню, женщину-мать, которая, в общем-то, играла огромную роль и в культуре, в развитии, собственно, не только культуры, а вообще в жизни, как периода Триполи, так и периода скифской культуры. В своих работах художник обращается к украинским традициям и обрядам. После посещения Испании в 2002 году в копилке художника появились работы, посвященные цирку, балету и карнавалу. В рамках экспозиции в залах галереи было представлено 26 живописных работ, выполненных в авторской технике. Эта выставка лично меня, она поразила большой сложностью уже такой цветовой глубины. Это принцип декоративности, он так и остается, но уже каждая работа, она где-то отличается очень такой серьезной цветовой разработки, вот, притом сохраняя всю стилистику Прокопенко. Выставку «Серпанк и серпня» посетили коллеги по цеху Николая Прокопенко, известные в Измаиле художники. Очень рад, что выставка Николая Николаевича Прокопенко у нас в Измаиле. Я его лично знаю. Вместе работали на пленерах. Единственное, что очень сожалею, что 20 июля был в Одессе и его не застал в мастерской. А так он каждый день в мастерской, труженик, работает, его даже девиз, чтобы кисть, значит, каждый день было в краске. И активная у него выставочная деятельность. Последняя, я знаю, выставка была в Кировограде. Это Крапивницкий сейчас переименовали. У Николая Николаевича Цуканова. И я очень сожалею, что он не приехал к нам на выставку, потому что хотелось бы с ним увидеться и пообщаться. Пусть каждый человек найдет на его выставке свою работу и, скажем так, возьмет ее в сердце. Нам очередной раз очень приятно видеть такого талантливого художника, народного художника Украины. Он, если я не ошибаюсь, уже где-то пятая выставка там в Измаильской картинной галерее. Прекрасные работы. И я так думаю, что это очередной такой подарок города Измаила. Он является, я бы сказал, учителем. Потому что очень трудолюбивый, плодовитый. Я не знаю, у него сотни картин, наверное. Уже. На посетителей выставка произвела сильное впечатление. Очень необычная выставка, да. Красиво. Много фантазии. Очень такое своеобразное видение, необычное видение. Но мы в этой галерее еще таких работ не видели. Это интересно.
мистики очень много в этих работах, и приходится думать, понимаете, соображать и думать. Не просто пришел, посмотрел, увидел нарисовано и все. А тут надо немножко поработать головой, чтобы понять, что написано и как. Но работа очень интересная и своеобразная. В коллекцию Измыльской картинной галереи художник передал свою работу «Девушка радуги». Автор цих робіт і герой цього обсяжного сюжету з нами сьогодні в студії. З ним бере участь у розмові ще одна митець. Молодой. Але перспективний, кажуть, і теж учасник ряду виставок. Ну, сьогодні вони самі мають розповісти про себе. Ну, оскільки майстру незручно про себе казати. От давай, Юля, кілька слів про майстра. Николай Николаевич Прокопенко, народный художник Украины. Сам знаю, да. Богатой души человек. Щедро делящийся с подрастающим поколением, молодой поросли художников не только в Одессе, но и по всему миру. Работа Николая Николаевича во многих музеях и частных коллекциях находится далеко за пределами Украины. Микола Николаевич, а теперь вы про Юлю. Вот так буду объективно. Ну да, конечно. Ну вот это и хорошо. Она молодой художник, мы познакомились. Она входит уже в когорту, я думаю, нашего областного национального союза Украины. В перспективе, ну я думаю, она как молодой мастер и будет стремиться и в союз художников, правильно, Украины. Может, не только Украины, и Европы. Так что только работать надо. Выставки она делает уже. В литературном музее мы посетили выставку. Прекрасный индивидуальный подход, потому что она, в принципе, по и натуре, она, как говорит Голохвастов, по натуре. По телу, по форме. Да, имеет свою душу своей земли. Вот. Мы здесь, регион наш, юга, родился у нее, да, и значит, понятие и в искусстве будет. И мы уже видим, как бы, зрители, одесский зритель. Так что и так, и, в принципе, и надо будет. Не поддаваться даже каким-то изм. Ну, территория и солнце одесское, она особая, она будет отражать, безусловно. Ну, а душевно это... Своих предков будешь как бы поднимать и традиции, безусловно, вот, и ну, душу выражать. А через изобразительную графику и актерство, и искусство можно это сделать. А йдеться все ж таки про графіку чи про живу? Живопись. Значить, вже давно так зване сучасне зображувальне мистецтво, воно вже ну, не визнає такої грані. Живопис часто густо нагадує графіку, графіка ну, пастозна. Просто традиції і елементи, і художественність, будемо говорити, вони... переплетаются и в графике, и в живописи, потому что и пластика, это все едино. Поэтому не отдельно вырастало все. Вот мы побачили ваше мистецтво, да. Ну, мы его знаем давно. А мы можем побачить, что вы принесли с враженого материала, да? Да. От давайте попросимо Наталю Потапову, нашого режисера, показати. Краще побачити. Мені тут не дуже поталануло, бо цей монітор нічого не показує. Ну, будемо сподіватися, глядачі бачать. Ну, вже неплохо, говорить. Да, да. Це, скоріше, нагадує абстрактний живопис. Надайте в ефір цей матеріал, щоб ми мали змогу от по тому монітору коментувати. Да, 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 да. Оце і є робота Сінільні, да? Да. Да. Ну, вот видите. Я большинство своих работ изображаю в символизме, импрессионизме, да. Да, да, да. Примитивизме и других направлениях. И даже абсурдизм, я смотрю, частично, нет? Без этого наша жизнь не была бы полной. То есть так, да, вот это как бы душевное и веди вот так вот.
не выходи на другие культуры, я имею в виду. Нет, они будут входить, обогащать даже. Мировые культуры, конечно, все это. Ну, от бачите, вся ця яскрава, треба мати певний навичок, щоб сприймати це. Але от таке питання. Коли ви робили перші кроки, от до вас тут були у першому птиху митці, ну, кінематографи, телебачення, які роблять перші кроки. Коли ви робили свої перші кроки? Це була, мабуть, художня школа в училищі. Ну, це безусловно. Це була академічна підготовка, так? Ну, от як далеко ви пішли від того, коли ви захищали диплом, коли ви ходили у анатомічку і таке інше? Ну, в этом году, если так статистически, 40 лет моей творческой деятельности в данном случае. Вот. Возраст больше, но всегда как бы по уставу идет исчисление с первой выставки, что бы ты ни закончил. Ну, вот после окончания Академии Киевских художеств, вот, 40 лет прошло, и вы затронули там академичность, вот, конечно, это все и анатомия, и все это шло, и иностранные языки, и прочее. Малюнок, прежде всего, композиция, перспектива. Да, ну это, да. Но когда ты уже вышел из академии, то у меня, допустим, 10 лет, я так как бы потом подсчитал, прошло, чтобы я от этого академизма отходил. Потому что мы выходим как в интернате, птенцы, все одинаковые мастера, конечно, все могут лодочку нарисовать, солнце, луну, дорожку, вот. А художник – это философ. Значит, он должен мыслить и уже отражать через средства, не применять эти академические вещи. Потому что вот, поэтому и индивидуальность художника потом появляется в жизни. Или нет? Тоді питання, вибачайте, а ну так не інтелігентно кажучи, а нафіга тоді той академізм. Я знаю тепер митців, які можуть писати як завгодно, а на лодочку вони не намалюють. Ну от ви відповіли на цей вопрос. Діло в тому, що анатомія теж як би зачем? Ми її ізучаємо досконально, але не медицинську, пластичну. Но за плечами ее не носить, не тяжело. И тот же академизм, который тебе профессура преподавала тоже в течение там, 6 лет, ну, в принципе, всей жизни, ну, полжизни. Вот. Это не тяжело носить. Все материалы, да, присутні каким-то чином зараз в ваших майстерних работах. Конечно, да, конечно. Если ты даже человека рисуешь или дерево, там, природу, ты все равно в природе видишь эту геометрию, как бы, классическую. Ну, а там ты уже, пластика уже твоя, потому что это плоскость, это холст, это тоже не природа, материальность. А какими-то знаками, какими-то линиями, действительно, или утраченными. А направлений много же есть. И абстрактное, как говорили, и реалистическое, футуристическое, импрессия. То есть, пожалуйста, направление в искусстве, это и художники, и люди как бы и искали, и ищут какие-то. Потом они войдут в направление какое-то, может, новое. Какая-то группа возьмет и скажет, вот это наша партия живописи, вот мы будем приверженцы этой, это искусство, это же... Недавно, вы знаете, мне один наш, так бы мовити, коллега, він оператор, літня людина, але він щось пише, я не бачу, і він каже, що у нього американці за долари купляють. І він каже, я ніколи не вчився і вчитися не треба. Вони ж купляють. Ні, ну так є ж, опять-таки, направлення примітивістів. Правильно, вот как вот Синелька сказала там элементы, ну и да, вот наивное искусство. Тут Примаченко возьмите, да? Там Пикассо на коленях стоял, когда была выставка ее в Америке. А сам Пикассо, когда навчался, вот, то он был в самой классической улочке. Ну, как бы, да. Он, и вот выражение мне его из дневников нравится. Он сказал, искусство – это ложь. Но глядя на нее, ты видишь правду.
Видите, как... Мудрено, да? Нет, ну... Ложь во имя правды. Да, конечно, да. Юлия, а вот ты, ну, порівнянно с маэстро, молодий митець, да? Як далеко ти пішла від того, чому тебе навчали? Как бы далеко я не уходила в своем творчестве, в своих поисках, в своей фантазии, я всегда опираюсь на школу, ну, на мировое, практику, да, на мировое искусство, на композицию, на цветовое решение картины, на возможность использования, слава богу, что в наше время мы можем использовать разные элементы, как художники в своих работах. Это обогащает живопись. Да, кухня большая, мировая. Да. Это питание. Дійсно, для того, щоб полотно чи графічний аркуш, чи скульптура, навіть і прикладне мистецтво, монументалістика, щоб це було виразно, треба відходити від достовірності. Совершенно верно. Так? Ну, как говорят, натура дура, а художник молодец. Вот, ну, але класики, вони були фотографічні, а досить виразні. Ну, это если рассматривать уже как бы эпохи там прочее, и надо рассматривать и экономику, и политику этого государства в этот год, время и прочее, понимаете? Поэтому... Маєте на увазі, якщо б ви, як Іванов, 25 років писали б Христа, то ви нічого не заробили? Нет, ну так ми і так нічого, в принципі, не зарабатываем. Художник – это не богатый, и вообще он, если будет богатый, он просто не будет делать, а получать удовольствие от дачи, от денег. Там, Василий Иванович Суриков был достаточно богатый, люди на сколько коштували его полотна. Але він все ж таки був місцем справжнім. И сейчас можно оценить наши полотна, но только автор может оценить. Вот сейчас создается музей мой в Очакове. Администрация, мэрия, мы дружим, прочее. Я и почетный гражданин Очакова даже, и Ильичевска, ну, Черноморска, ну, и Ильичевска, потому что документы еще есть. Вот, то есть, и сейчас Днепропетровск тоже вот звонит и тоже желает взять какую-то коллекцию. Ну, поделимся, это же музей Украины, я в 90 музеях мира нахожусь. Ну, багато работ відображені в цьому фоліанті, да? Ну, это да, это период был. Это 12 лет назад. Сейчас желание есть, конечно. От на початку нашої зустрічі, до ефіру ще, да. Ви висловлюєте таке бажання, щоб ви на це подаруєте. Воно не прийшло? Я подарю вам лично, як професіональному ведучому, я ж знаю. Вот, и сына вашего знаю, Игоря, давно, больше, чем, ну, мы как-то не общались, вы с моими друзьями дружили, росли, и Саша Токарев, это мой Саша, да? Брат. Мы с ним учились в художественной школе, ну, кстати. Да, я ж как-то видел передачу, да. Так что это я вам подарю. Зробить таку честь, да. Таке задоволення. Да, а Сиділька нам да. У найближчий час теж щось таке. У поточну бюджетну пятеричку подарить, так? Не? Конечно, конечно. Я тоже готовлю свой альбом и с удовольствием принесу вам его в подарок. Приглашайте нас, мы с удовольствием к вам придем. Будем чекати, запрошуємо. А вы на прощание скажите, глядачи, кому цікаво, куди ж йому являтися, щоб дивитися ваші роботи і ваші? Ну, у Юлії вони працюють в Літмузеї, да? Зараз. Зараз, а сейчас работа... Будинок учених. Да. В Домі учених сейчас проходить виставка, вона буде длиться до 23 числа. Приходите, пожалуйста. Виставка називається «Танець води». Представлені мої роботи, роботи других художників Одеси. Также откроется скоро выставка 23 числа в Воронцовском дворце. Она будет посвящена итогам пленэра «Читати 2017», который проходил в Белгороднестровском районе. Приходите, пожалуйста, в 15 часов мы вас ждем. Дякую, Микола Миколаевич. Да. А вы, когда нас запросите? А у меня позавчера только закрылось. Дякую. Вчера в литературном музее была персональная выставка. А наступно?
Что? А наступная выставка? Ну, наступная уже конец как бы года. Ну, если предложение общественности будет, там, или музею, пожалуйста, потому что проблемы всегда у художника с транспортом, бензином, наконец-то, как говорится. Вот. И я бы поблагодарил еще нашего мецената, как бы, и куратора даже да. по общественным делам, это князя Андрея Анатольевича Горчакова, который он как бы внимательно смотрит за художниками не только там Одессы, а Украины, и всячески помогает нравственно, духовно, понимаете, и пропагандирует наше искусство, где-то выставки устраивает, вот пленеры устраивает творческие, там, в городах, Николаева, других, вот, Одессы, вот, выход будет на Европу, возможно, и даже нас как-то награждает, вот была награда на персональной выставке, вот, это большая награда совместно Украины, Министерства культуры и Германии, Германской академии искусств, вот, я академиком являюсь уже тоже давно, и ректором почетным, и доктором искусствоведения почетным. Короче, вот это тоже большая благодарность, потому что художника надо поднять, мы сидим в мастерских, и надо вытаскивать, и как-то именно творчество вытаскивать. И была награда, вот это Герой искусств. Мы сами не знали, что такая есть в Украине. А я 7-й по счету, и один художник из этой когорты, там Патон, Борис Олейник, покойный, вот, умер. Поэтесса, это как ее, Лина Костенко. Костенко, я так сподіваюся, да. Що є такі да. герої, нам показують, що треба вже да. прощатися. Ну, вот это, да. Сувора річ, час. Ми вдячні вам за це. Тут виникла ідея, завершиться ефір, ми там за його лаштунками обговоримо ідею. Можна робити виставки телевізійні, коли, сидячи вдома, люди будуть отримувати. Ну, так. Я прощаюся з нашими глядачами, шановні друзі. Вдячні вам природньо. Повсякдення викликає в нас такі турботи, що може не до мистецтва. Кажуть, коли гармати бубухують, то музи мовчать. Але давайте будемо пам'ятати, поруч з нами є митці, треба їх підтримувати, треба бувати на їх виставках, треба знати, що вони є. Спасибо. Всіляких вам гарантів. Дякую за приглашення.